Всем привет, вот сделал штатив для телефона. Значит, из чего он состоит? Тренога, это для лазерного уровня. Родная палка, тоже от штатива для лазерного уровня. Остальными такими же трубками я пользуюсь, это вот как бы лишнее. И тренога мне тоже не нужна для работы. Значит, дальше пошла палка от пылесоса. Вот штатив регулируется вверх-вниз. Одной рукой неудобно. Сейчас попробую. Это вот вниз. Это вверх. То есть как у пылесоса. Дальше идет насадка. Пылесосить. Где щетка стояла. Вот приделал для нее рамку для телефона. То есть сюда вот паз есть, это от кабель канала, вставляет сюда телефон, можно снимать болтик для регулировки наклона вверх-вниз. Можно снимать вот такой штатив из того, что было, называется.